воздушной части парада по сирийскому небу летят два десятка самолетов и вертолетов. Гордо разрезают воздух Су-34 и Су-35С. Ниже всех на небольшой высоте в несколько десятков метров проходят винтокрылые Ми-8 АМТШ и грозные аллигаторы. Выделяется на фоне остальных своей грациозностью и мощью гигант самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Вертолеты поднимают и раскрывают в небе огромные полотна, российские и сирийские флаги, которые видны всем на земле в радиусе десятков километров. Глядя на красоту и легкость, с которой мощные боевые машины баражируют в небе, понимаешь, что за всем этим стоят долгие часы подготовки. Техники на земле как никогда тщательно осматривают машины. Для Владимира за 26 лет службы это не первый парад, но каждый раз это большая ответственность и гордость от проделанной работы.